Спасибо. Тихонечко. Все. Сюда это. Оп. Все. Так, хорошо. Бабушка, куда вам сумочку? Дякую вам. Красиво. Все, если захочется пить воды, принесу вам сейчас. О, это не Михайло бы. У меня трое служат, два внука и дочка служат. Внук один в Дніпрі, а двое в Борисполе. А я одна. Уезжаю, не знаю, куда попаду. Предлагает моя Диночка, моя соседка, предлагает объединиться и ехать. А вы не думаете, все будет хорошо. Вот. Все будет хорошо. Дала согласие, а там как получится. Думаю, им на Киев. Ага. Ребята, берегите их. Давай. До новых. Мы постараемся твой погреб сохранить. Давай. Оставь себе немного. Рубзак, на Дудюха, давай. Увидимся. Заставила ситуация выехать, потому что надоело сидеть, грубо говоря, под обстрелами. У нас девочку во дворе убила. И осталось двое детей. И мы решили выехать отсюда. Но надеемся, что вернемся сюда. В Днепре у нас есть родственники. В Днепропетровске. Как там мы? Сын мужа. И я думаю, мы созвонимся. Дай Бог, мы доедем. Я очень переживаю просто. И мы там остановимся. Родичі ваші дзвонили. Написали нам родичі. За те, що вас просять, щоб ми вас вивезли. Так я от на своїй машині, як за вами приїхати? Поїхали. Ночью, скоты втихаря. А как его туда добраться? Поедете? А? Собирайтесь, потому что вы погибнете. Я попал на таких видел уже. Всех соседей похоронил, а потом сам уехал. Катюха, извини. Дедушку недавно похоронили. Где-то месяц назад, я не помню. Когда мы его похоронили? 21-го умер. 21-го. Во дворе похоронили. А знали про эвакуацию вообще? Что происходит в эвакуации? Ну да, ну, а дедушку куда деть? Дедушке 86 лет, куда его деть? Не хочу и все. Он тут там остался. Еду забирать мать. Ее вчера, позавчера ранило. Ее забрали на Бахмут. Без документа, без ничего. Еду сейчас за матерью. Лечение ж дальше надо где-то. В Бахмуте что же, как-то я же думаю, небезопасно там оставаться. Вот. Ну, поэтому я выезжаю. Бабушку посекло. Поэтому придется спасать и как раз заодно выехать отсюда. Потому что тут, я думаю, уже совсем небезопасно оставаться. А куда плануете далее ехать? Где буду место, чтобы остаться? Большое спасибо, что вы возите. Сумка подам, залазьте.
передавайте, як ви хотіли. Ось так, да? Так. Бачу. Куди ми? Сідай. Це до Лисичанська ти даєш, Любаш. 9-10 мені. Що я тут буду робити? Звісно, треба ближче до дочки бути. А ми, тому що внуку 14 років і сваха мене больна жінка. Ну, очень тяжело ей. Только из-за них. Большое спасибо, что есть такие люди, отзывчивые, понимающие, что возят людей. Очень благодарны. Может, сумками помочь? Ранее 2 месяца с правой стороны не займайте, будь ласка. Это сумки, да. Сумку мою дайте. Скажите, какими сами занимаются? Любые. Давайте садитесь. Проходим, мамай, быстрее. Живи. Не стой здесь, мужчина, залазь сам. Давай, Олег.